Это не краска, сэр. А что же это такое? Отвечайте! Слушаю, сэр. Граф Гюнтервиль бросался в войну, в замке оставил малютку жену. Грустно глядел Гюнтервиль в окно. Понял, и все же, при чем тут пятно? Простите, сэр. Не было несколько тягостных дней, братья супруга не являются к ней. Робко графиня не ходит ко мне. Милочка, будьте добры, а ведь нет. Слушай, снисись. Бьется сердцем, слезая с коня. Спальню к супруге врывается брат, спит как дитя.